В зале администрации главы государства. Учителя, ветераны войны, спортсмены, ученые, врачи, музыканты, которые многие годы своей деятельности посвятили воспитанию подрастающего поколения и служению Абхазии. Обращаясь к кавалерам ордена Ахзабша, президент Рауль Хаджимба отметил, что все они профессионалы своего дела, которые стали примером для молодежи страны. Каждый из вас добился выдающихся результатов в различных сферах деятельности. Это оборона, здравоохранение, культура, наука, образование, сельское хозяйство, экология, спорт и другие. Ваш труд и ваши достижения стали важным вкладом в развитие Абхазии. Ваша жизнь – это убедительный пример беззаветного служения и преданности своей профессии во благо Родины. Это непростой путь, пройти который удается тем, кто не боится упорного труда и готов к высокой ответственности. 33 года жительница Гагры Марина Багаева преподает русский язык и литературу. Свою педагогическую деятельность кавалер ордена Ахзабша третьей степени начинала в Гагарском лицее-интернате. Позже работала в нескольких школах города. Сейчас она специалист Гагарского отдела образования по охране детства. Опыт, накопленный за годы преподавательской деятельности, крайне актуален сегодня. Марина Багаева отметила, что высокую награду она разделяет со всеми, кто был рядом и помогал. Хочу сказать отдельное спасибо всем тем, кто меня сегодня привел к этой награде. Ведь одна я бы ничего не сделала. Мне кажется, что эта награда – это частица, наверное, всех трудов, которые в меня вложили мои руководители. Один из них – это бывший мой заведующий Канжарий Илья Ефимович, который вот именно дорогу в школоведение, да, вот все, чему я научилась, это, наверное, его заслуга. Вы знаете, я по происхождению осетинка, замужем за абхаза, но, вы знаете, я не разделяю, что вот Осетия родина, для меня они одинаковы. Я свою жизнь сегодня без Абхазии не представляю. И поэтому, если я какую-то пользу смогла принести Абхазии, выполнить свой долг перед этой страной, то я считаю, эта награда будет напоминанием о том, что что-то, какую-то свою лепту в развитие образования я внесла. Из рук президента государственную награду получила супруга Хараза Чомагуа. С его именем связано открытие первой абхазской школы в Гагарском районе еще в прошлом столетии. Всю свою жизнь филолог посвятил работе с молодым поколением страны. И главное, его мечтой была свободная и говорящая на родном языке Абхазия, отмечает Рима Чомагуа. Что за разыгискана, абсна хакуйта акпара, абсна... Аяшакалара, наске ламкала, Гагра район, наш школ хзертус, абсу школ, хзертус де вухар алло териопи хзерта, яшанна. И я псара дари рачоп, айбишранцоз, машурла тахит, ха, абас тахархам, что дахашклал шо, абсах гралазерси. Етінші дұрақ қапи, дізшті әзері ет ақыз, ақы көйтіра бісіне ей ойды. Етіг-етіг ет ұқызе, еқы көйті, еқыларыны еқы пақбығы ойды. Академик и эколог Январби Экбо, получая от Рауля Хаджимба ордена Ахзабша третьей степени, отметил, что в этом году Академии наук Абхазии государством была оказана значительная поддержка. Очень важно, что молодые ученые получили гранты на свои научные работы, подчеркнул Экбо. Это был понижасху милат абсуа аряшк социатало аманшала хавана агубзира хамана хелшарква и цапхаз гирзаха и ялахуна анчехер барет чангибзила хазнирай. За вклад в развитие общественно-политической жизни и заслуги в творческой деятельности орденом Ахзабша второй степени награжден поэт, публицист и ученый Владимир Зонтария. В своем выступлении советник президента отметил, что награждение Ахзабша и присутствие в аудитории среди высококвалифицированных специалистов для него честь. Еще до сна говорит, за ихом с халагало ашукшес, винизки зейв пи ашукшес. Еще мы за это губзира, вала казара бзия. В
В завершении церемонии награждения президент Рауль Хаджиба выразил благодарность кавалерам ордена за столь ответственное и неравнодушное отношение к своему делу и родине. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абаза ТВ.